Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Что ж, привет, дорогие друзья, у нас достаточно веселая обстановка, с вами по-прежнему Good Hunt и Lost, и это гранд-финал квалификации азиатского региона к International 2014. 2-1 на Raw Gaming впереди, и они в одном шаге от того, чтобы стать основным участником International. MVP нужно делать камбэк и выигрывать две карты подряд. Тяжело. Да, MVP нужно пикать срочно вайда, потому что я не вижу другого варианта, как они могут выиграть. Войт — это, знаешь, такой имбаланс, типа. Фу, войт пикер. Не, войт — это изи, как это, изи исполнение, потому что когда вот у тебя есть войт, инициатор, вот мы еще раз их видим, вот я думаю, всех мы уже знаем лицо. Это уже будут национальные герои Азии в ближайшее время. Да. И, в общем, ну, в чем мораль вайда? Ну, потому что хотя бы, по крайней мере, у тебя есть какой-то общий план, что ты вот прыгнул, поставил купол и все туда кастишь, неважно что. Потому что, как мы видели в прошлой игре, с исполнением MVP хромают. То есть, если нужно вот это вот... Если скастить нужно не купол, начинаются проблемы. Типа, герои не стоят на месте, типа, они отмахиваются, что-то тоже кидают тебе в ответку. Да, бегают еще там под тебя, там то за одним, то за другим. И ты не понимаешь, что происходит. В куполе все проще гораздо. Пух на 6 секунд. 6 секунд реально слака, то есть за 6 секунд наверняка в кого-то попадешь. И вот мне интересный бан, вот мне интересно то, что забанили Баншу и Вайпера, не знаю, я по опыту прошлой игры, я бы Вайпера точно не банил. Отдавал бы его просто, просил еще пикнуть. Да, я говорил, да, учитывая, что Шаду Демона, хотя нет, вот надо было Шаду Демоном отдавать, все равно он его не стоял почти всю игру, так что было нормально. Ну и по барам. MVP и Phoenix были впечатлены, то есть, во-первых, у нас забанен Invoker, и вообще, так, мы смотрим на баны, и видно, что забанены всех героев, которыми играет вот этот вот DDZ. Нет, Дартир остался, и он уже появился. Да, он уже появился, но здесь еще непонятно, куда этот герой пойдет, потому что Пикеру он пока хорош, вот, ну, там, в разных направлениях, да и Дарксиру пока в центре делать нечего. Мы тут видим, что у него 10 игр, винрейт 70%, и это наталкивает на то, что действительно Дарксир это сейчас самый недооцененный хардлейнер, который есть в игре. То есть про него забыли, но ему ничего не меняли, осталось все так же, и я уверен, что мы его очень скоро увидим, по крайней мере, в европейских квалификациях уж точно. Не, ему меняли, помнишь? Он теперь не может стянуть под слипа. О, не, это было давно, но очень понимаешь, давно, слипа-то да. Нету у нас все равно. Он сейчас без слипа все делает. И MVP Феникс начали брать свою вот такую дефолтную комбинацию. Они теперь понимают, что для того, чтобы сделать план стратегии Вайпера, лучше не ферспикать, потому что ты фактически палишь карты. Да, у тебя есть герой, который не делает ничего, кроме как сражается в замесе. Но получилось так, что он и в замесе ничего не делал, и... Я тебе обещал слип. Да. Вот она, у нас слип от Наги. Тут он винрейт 100%. Вот это уже хороший, заявочка. Очень хороший показатель, да. И у RF Gaming сейчас появляется вообще лютая святочка. Они сильные на лайнинге, они сильные в замесе. Они могут пойти триплой в хард, триплой в легкую, триплой куда угодно, могут поставить Нагу в центр, они могут сделать все, что угодно. И фактически единственное, что им остается взять, это, конечно, какой-нибудь там ганг, вот, не знаю, что угодно, там, Нюкс Ассасин, какой-нибудь мидер, там, любой герой, который способен дать хотя бы какой-то стан, чтобы синициировать и начать драку, потому что пока ее тяжело начинать. Вот. Райт Кинг! В Райт Кинг, да, это вот самый четкий герой. Может дать стан. Может дать стан, да. Может начать... Стан. Может... И стан может дать. Тоже, если уж на то пошло. Нет, потому что Тайдхантер лучше, он даст сразу стан всем и под сном. Ну, реже дает, чем Ну мрати. Да, ну, то есть гуся пожестче. И MVP Феникс забирает Шторм Спирита. MVP Феникс видит, что, в общем-то, станов нет, да, вообще на 4 героев. То, что можно всю эту движуху останавливать, но они встреваются одним моментом. Пока им нужен какой-то кэрри, который реально способен убить всех, потому что...
Я чувствую то, что... Ну, короче, нужен воет, я скажу сразу. Почему постоянно Джакира? Вот можешь мне объяснить? Я понимаю, герой, в принципе, неплохой. Он толстоватый, саппорт, но есть какой-то дизейбл, если им пулять и попадать. Можно откидываться с хайграунда как-то, там, макропира, дуалфайр и так далее. Ну, во-первых, он очень крутой в плане тимфайта. То есть, если брать тимфайт, Джакир это, наверное, один из самых жестких тут героев. Тут сейчас под Джакира ничего заточено да, нет. Да, да, да. Нет, тут в плане раскаста Джакир очень хорош. Ну, в общем, почему они взяли вторым пиком Джакира, я не знаю. Но теперь я знаю то, что против и против Дарксира, и против Наги Джакир очень хорош. Потому что Dual Brace, Liquid Fire, Ice Pass и Макрофайр... Он фактически в соло убивает все иллюзии Наги, да еще сверху и саму Нагу. То есть сейчас для Джакира появляется такой изи мод, что все, что тебе надо сделать, это кинуть айспа в стенку Дарксира, чтобы иллюзии не били, и дать раскаст в Нагу. И тени у нас отвечает Аругак, вот это вот уже сильно. Это уже очень сильно. Это изи лайн фарм, я так понимаю. Ну, это может быть, по-моему, в триплу изи, потому он может как угодно, и соло мид, и в триплу, но я ставлю на то, что он пойдет в триплу, потому что в 1 на 1 он слабоват, да, 0 армора, маны мало, а в трипле под Шаду Демоном и Дазлом он может делать великие дела. Богословил Тиника. Я могу творить. И боже мой, гранд-финал! 6 миллионов долларов и MVP Феникс пикают Сайленсера на кэри против Наги Сирены. Какой провал, ребята, ребята. Какой провал. Все. Ну, я снимаю шляпу, да. No comments. Вот. Давайте подумаем все дружно. Нага посылает 1 миллион иллюзий на Сайленсера. Что он делает? Глыбы пошел этой. Как ниндзя. Глобал. Глобал. Тишина, я сейчас разберусь. И он дает глобал. Ну действительно, то есть я такого не ожидал. Я думаю, Нага тоже такого не ожидал. Подарка судьбы, скажем так. Я, по-моему, все Эрогейминг такого не ожидают. Они сейчас будут первую минуту думать, а в чем план вообще? То есть, что этот герой будет с нами делать? Не, можно довести. Вот я тебе могу сказать честно, я как-то играл Вайдом против Сайленсера. Скажем, ну как вот говорится в русском пабе, ну типа, моя команда была настолько плохой, что у меня через 10 минут не хватало интеллекта на таймволк. Реально не хватало интеллекта, чтобы ворваться. Меня загнобили на войне. Может тут такой же план, типа сделать так, чтобы у Наги не хватало маны на иллюзии и на слип? Может быть и такой план, но вот пока единственный план, который я вижу, это врываться под глобалом с Шторм-Спиритом на кого-то, но нету поддержки. Шторм-Спирит ворвется... влетит, не знаю, ульт Фурион и все. И герой выживет. Ну, даже если умрет какой-нибудь, не знаю, суппорт подойдет вперед и танканет. То есть не решается. Главная проблема с пиком Наги, это то, что Нага у нас, ну, во-первых, будет сильная трипла, да, с Нагой. То есть ты кинул дизрапт, напал и все, и кого-то 100% забрал. А второе, иллюзии. Вот идут иллюзии, и чем их убивать? Вот идет на тебя иллюзия с Радиансом, да, по одной линии, по второй, третьей, а тут выходит Сайленсер. На него идет иллюзия, и он давай, один глэй. Второй, она ему подходит, тайдрип, Радианс, и Сайленсер уже полстолба. То есть вот такой интересный ответ. Во-вторых, их нечем, вот если ТХД не задует в иллюзии, то иллюзии убьют, по-моему, 4 героев вообще сразу сходу, потому что АОЕ очень мало для этой тимы. Ну и вот если посмотрим... Интересная задумка. Я обратил внимание, Тини отправляется в мид, а Нага отправляется на оффлейн. Тут, знаешь, мудрят MVP, но Аро пытается их перемудрить. Типа, вы целенсы раздельные, окей, мы поняли. Ну да, но есть и плюс. Если брать вот боевой потенциал Наги, то все-таки на трипле она будет пожестче, потому что сейчас мы видим, что Arrow собирается свой AAA на 100% выигрывать. Тут офигенная задумка. Нага сейчас будет качаться через Riptide и иллюзии под хил Дазла, и если успевает Shadow Demon спрятать Disruption, тип оттуда не выходит почти 100%. Да, это та самая связочка. Вот смотри, кинули Disruption, но что-то у нас Shadow Demon тут... Нет, там, Джонни, скорее всего, Дазл про немного свою почву. Ну, как бы, понятно, просто Наги вообще была далеко, поэтому пока все это не так. И вот там трипл лейн от MVP. Ребят, посмотрите, как они боятся. Вот пока кулдаун дизрапшен, еще 10 секунд, посмотрите, как эти три интовика боятся Нагу Сирену. И кто мне скажет, я не знаю, что нужно прийти и убить Нагу на линии, нужно не дать, не фармить, я плюну этому человеку в лицо, потому что нельзя просто так взять и заделеить фарм Наги Сирены, да, вот это вот.
вот 6 армора бегает перед тобой щитом. Сам прикол, чем цеплять? Вот, кроме Шторм Спирита 6 уровня, который может ворваться. Чем? Ну, нечем цеплять вот в этом особенность. Не дай бог, Шторм БКБ соберет, я ему плюну в лицо, потому что тогда еще и нечем будет, ну, убивать, по сути. Лост, походу, под конец игры просто будет сидеть, запасаться. Ну, потому что сейчас вот реально вот этот пик, он, ну, единственное, за счет чего будет выиграть, по-моему, команда MVP, это за счет, не знаю, вот, знаешь, какой-то там второй час игры, где глобал просто, ты даешь глобал, и убивай, да, у тебя шторм 6 слотов вылетает, кого-то вырубает, вот тогда это будет работать. И сайленсер, да, там, который наворовался интеллекта, но не... На каркой. но не раньше, да. По итогу, стоит у нас AAA, Нага забирает большую часть фарма, то есть сайленсер добил нас только двух крипов, начинают они ее хорошенько развивать. И в этот раз, я прошу заметить, у нас пул заблочен, то есть теперь у нас отпулить не могут ребята. И если у нас MVP... хоть разок они толкнут лайн, за счет чего лайн пропушится, то их можно будет похоронить сразу. Поэтому... Не, им трудно толкнуть лайн, потому что тут один риптайт наги нафиг спушивается в мессину. Не, риптайт наги нужно использовать только чтобы убивать. То есть, вот если бы Arrow держали линию, и они бы ее не запушили сейчас, то все было бы замечательно, на самом деле, у Arrow, потому что они просто убивают за секунду любого героя моментально. Вот, кстати, вот прошу заметить, что сайленсер качает курсу, и он ее кидает первого левела. Ты кидаешь первого левела курсу, тут врывается Шадо Демон, подходит у нас Нага, подходит также Дазл, дают у нас тайдрип, но нет маны сетки на ману. Если бы была сетка, он бумер, все. Но размяли довольно прилично, также поднимать Шадо Демона. Точили будет ли АСП, АСП, да нет, дуалфайр будет. Врывается Фурион, идет у нас дальше Фурион, гонится за сайленсером, забирает у нас все-таки сайленсера, бегает Фурион, огромное количество крипов, Нага начинает нарезать вместе. Ой, же, с Дазом. Ой, это минус Фурион, у него слишком много минус армора, да, забрали тем временем Шадоу Демона, и Рубик тоже может не уйти, отличный подхил. Отличный подхил, врывается сайленсер, начинает у нас фокусить Шадоу Дазла, начинает его бить, врывается опять Нага, у нее два стика, начинает она бить, но не хватает маны. 2 в 2, при том, что прилетал Фурион, Фурион просто взял и умер. И если вы думаете, что вы можете не дать фармить наги, то... Я плюю вам в лицо, сударь! Не, ну да, потому что... Два плевка этому господину. Ну и в итоге у нас сайленсер пролетел на линию, сайленсер он уже потратил половину количества маны, и вот этот Кюрсун Сайлент, он на самом деле немножко слабоват, потому что в драке он не, ну, почти не дает дэмэджа, да, то есть лучше тогда Макси Last Word, ты хотя бы будешь производить дэмэдж, причем такой на порядок выше. Очень тяжело стоять против такого лайна. Шадоу Демон, он просто кидает Шадоу Пойзен, сбивает себя этот каст. И еще Шторм противника. На хосте заходит на топ, цепляет. Очень не вовремя был проюзан Сёрдж, пытается уйти, закрывают, проел себе проход. Ну и будет ли хоть какой-то... Нет, тут смысла нет, наверное. Да, нет смысла, у нас все-таки отлично сыграл Шторм, забирает у нас Дарксира, Дарксир у нас падает, и еще Фурион слегка напинали. Да. Вот с руной хосты, да. Да, Шторм молодец. Единственный момент, вот прилетел он наверх, немного изменилось, потому что Дарксир все равно придет и будет кидать щитки. Вот приди он вниз, да, он бы тут просто мог трипл килл сделать, но в итоге не пошло. Дринхед Дрэгон, ну, Джакира у нас начинает убегать вообще на свою базу. Необычный момент, посмотри, фуловый герой без сапога просто побежал на базу. Интересно, что это за мод такой, парень. Кто-то устал. То есть, я просто, как бы есть танго у Рубика, вот, ну, здесь там что-то еще, и в итоге он, ну-ка, да, он купил сапог сайленсера, а вот, вместо курицы решил побыть, приносит сапог Марша. Большая курица. Да, Марш, у Марша сейчас небольшие приключения, потому что, если мы глянем, у него только сапог, базила и стики, у него 625 хп, эти 625 хп ваншотнутся. У нас Эром нужно отпушивать лайн, вот у нас Шадо этот понимает Дазл, ну, Шадо Демон сразу сбрасывает себя эту мана бёрн. Ему спел 50 маны стоит. Да, и теперь Наги, вот каждый раз, когда сайленсер кидает курсу, нужно сразу эту курсу себя сбивать, потому что теперь у нас 6 секунд, 16 маны, и за 16 секунд он где-то бёрнит, по-моему, 98 маны, да? 96. 96 маны, да. Это много, то есть проще Наги взять иллюзию вот прямо сейчас, вот, юзай, ну или тайдрип, да, но тайдрип это вяло, это больше маны, вот, и он пропадает, да, ты никого не дарил. А сделаешь ты иллюзии, то... Они еще останутся, и ты будешь крипов добивать. То есть, вот Нага сейчас у нас вот пока немножко уступает в интеллектуальной войне сайленсера. И сайленсер ее стабильно разводит постоянно. Ну-ка, еще курсу. Давай, Нага, пойми, что тебе нужно завязать иллюзии, пожалуйста.
поймем. Вот врывается Shadow Demon, подходит, да, задувает. А может, поэтому иллюзии не юзали, потому что они сейчас еще пригодятся для подхила. Здесь очень сильно залетает и много дэмэджа. Shadow Demon пытается сделать тэп-аут, и подхил от Dazzle вовремя улетает отсюда Shadow Demon. Может, поэтому не юзали иллюзии, потому что не кулдаун большой. Врывается Тини у нас на Рубика, подходит Darkseer, начинает задувка, очередная ТХД, начинается драка, забегает под тауэр, убивает сразу Рубика, гонится у нас Darkseer. Так, бежать, да, не надо ничего делать. Алисер. Darkseer много может вытанковать, у него еще и баклер есть. Там иллюзии сейвит Нагу. Не, она их сейвит, но она с ними просто ничего не делает. Она сейчас... Рксюн, Нага залетела, тут же рептайт, лох. На шею дракону просто оседлала. Это жестко было, на самом деле. Да, в общем, главное то, что она будет этими иллюзиями что-то делать, потому что в драке, ты видишь, они вообще бесполезны. Рубик ТХД дают нюки, мало того, что эти нюки убивают Эрроу, так они еще убивают все иллюзии за секунду. То есть, ну, там задумочка под хили. Дальше у нас... Он пытается ее угробить. Дальше у нас Dazzle хочет помочь, вот дает грейв. Ну, Тини, кстати, молодец, да. Тини мне уже доставляет ДДЗ, решил, видимо, поразвлекаться в этой игре. Ты драться будешь или нет, Керри? Да подожди, дай пофармить. Пошла рептайдить там, я не знаю. Ну, получается, на самом деле, прекрасная связка. Ты кидаешь Нагу, которая... Да, включила Сона, да. Shadow Demon в медле проседает от шторма, шторм запрыгнул, минус Shadow Demon, соло килл. А нет, тут Рубик еще помогал. Ну, пока веселуха-движуха, я смотрю, ждет нас. Я голосую за то, чтобы Нага не собрала Радианс, и чтобы нас ждала нас удивительная катка, потому что без Радианса будет, ну, действительно... Экшена навалом. Тут, смотри, купили один и второй смок у нас Dazzle и Тини, и походу это у нас будут начинаться смок ганги. Снизу Сайленсер понял, что в ту злупию отстоять, там в меня кидают Наг, и пошел он убегать на базу. Просто представь, каково это, стоишь, и в тебя прилетает Нага. Но это на самом деле жестко, потому что она прилетает, она еще может кинуть иллюзии и сетку, и это из куста выходит Dazzle, дает хил. И тебе 1000 дэмэджа, как не бывало, просто в лицо влетает с руки. Так, у нас выход на центр. Что он в засаде? Фурион в засаде. Вообще все герои в засаде. Никого на карте нет. И Тиник понимает, что это палево. То, что Рубик как бы неспроста стоит в центре. И фармит, да? И фармит, да. Потому что, ну, обычно Рубики не такие у нас агрессивные. Это теперь снизу появляется. Что, Нага спокойненько фармит топ. Никто не мешает. Никого на лайне в принципе нет. Фурион фармит леса в это время. Пытается получить там хоть что-то. Хотя как? У него на 9 минуте есть уже Мидас, который он кидал. 1000 золота и сапог. В принципе-то оффлейн Фурион очень даже неплохой. Посмотри, у него 46 крипов. Он второй по криптацу. Ну, два ассиста, которые он заработал, это было очень хорошо. Плюс Darkseer, он какое-то время вообще убегал сверху. И по итогу Фурион свое, ну, свое-то забрал хорошо. Но также скажу, что Darkseer у нас почти имеет меку. Почти 10-я минута, у него уже вот-вот все есть. Я бы не подходил к Тинику, если честно. Да, я бы вообще на месте MVP я бы вообще не дрался, потому что нужны артефакты и лютая комбинация. Сверху у нас тут Фурион решил пойти пообщаться с Нагой. И вот главная задача — это MVP начать первыми. Если MVP начнут первыми, то с большой вероятностью под глобалом они драку выиграют. Число, да. Потому что хороший прокаст. То есть у нас 4 интовика, и бьют они на самом деле замечательно. А для Arrow Gaming все, что надо сделать, это кинуть Нагу со слепым в стан врага. В толпу просто. И будет победа. Да, Тини как бы, знаешь, не просто так у нас. Ой, Рубик подставляется. А какой сейф от Shadow Demon, ты посмотри! Да, хороший сейф, от своего такого не получишь. И в итоге у нас Рубик убегает. Вот этот тимплей у нас у Эрроу. Любят нас ребята почудить. Врывается штамм спирит, врывается он на Тини. Начинает раскастовываться на всю ману. Раскастовался на всю ману. Не, ну тут смысла нет. Dazzle, Shadow Demon под этим делом. Просто Twinhead Dragon спасает у нас всю катку, потому что шторм вообще делает какие-то неадекватные действия. Раскастовался на всю ману и просто бежит на базу. Нормально он сделал. Мог бы стать дальше в центре, фармил мид, и ничего бы не изменилось вообще. Он бы манул Фуриона и Твинха Дрэгон. Сейчас сохранил. Просто кричит Shadow Demon MVP, ты видел, а я с тобой такого не видел. Вот как надо сейвить, вот как надо, показывает ему. И теперь выход внизу. Выходит у нас очередной снова Рубика. Боже мой, как Рубику вообще тяжело в этой жизни. 10 стиков в очередной раз. Прилетает Shadow Demon. Вырывается у нас Twinhead Dragon. Сайленсер с руки начинает. Давай махаться. Сейчас с Darkseer. Сейчас будет стан. Пока нет. Айспэд. Ну и что, бегают.
кидается, да, пошел. Это Тинни заменитель даггера просто для любого персонажа. Да. Нет даггера, окей, типа... На самом деле это прикольно, мне вот не нравится Arrow, за что мне нравится команда Arrow, то что они каждый раз преподносят какие-то удивительные связки, и вот еще одна. Я вот думаю, сюда еще, знаешь, какого-то кентавра надо, или там шейкера, и было бы вообще замечательно. Она нравится всем, кроме игроков команды Arrow. Да, потому что... Ты просто бежишь, типа, не подожжаешь, ничего, давай, пошел, типа, у меня нет ни маны, ни... Следующий просто. Иди сюда. Надо посчитать будет, кто чаще будет летать, enemy или свои. Не, пока у нас пока чаще летают свои, да, потому что... Ну, понимаешь, чтобы кинуть тос, тебе нужно подойти впритык, его использовать, ты подвергаешься опасности. А так ты кидаешься издалека в аванч, закидываешь кого-то сверху, и в итоге вообще скажут, отличная игра от Тени. Смотри, ноль смертей. Его зарепортили с вами. Пол приорити на интернешнале. Ну и у нас так вот потихонечку игра успокоилась, переходит игра в классический 3-1-1. Вот Шторм Спирит, он все кого-то старается найти на карте, но убить... Ну нужно орчит, пусть он фармит свой орчит. Нужно нафармить артефакты, чтобы можно было убить, потому что Тинни, 1100 хп Дарксир, там 1000 хп Смека и Дейнага, которые там 1200, очень тяжело сделать. И Нага умница! Просто... Не, это же дефолт, подожди, сейчас барабаны, потом Рейдианс. Не, обычно дефолт это когда у нас в Европе, по крайней мере, когда ты с сапогом... топориком и аквилой стоишь, фармишь до радианса, и барабанов там вообще никогда не было. Но это дефолт для азиатской доты, потому что эти ребята играют этим героем поагрессивнее, они понимают, что пассивный фарм — это не самый лучший расклад, и лучше запаковаться на хпшки и пойти драться, учитывая, что есть мека Дарксир, а у MVP все слишком толкие. Что, у ноги нет пока слипа, 70 секунд, поэтому пинать ее нет. Ну, нужно пинать Дарксира, я считаю. Так, у нас заходит под тавер, врываются у нас здесь Тинни, у нас уже на МШЛе глобал, врывается Шторм Спирит, на Шадоу Демон, тут тем временем Тинни зашел в стан врага и начинает нарезать, находит у нас Марша дизарм, но Марш сразу падает, бустят тут Дарксира. Дарксира очень больно кидает у нас Дарксира. Ну, по крыве, может пока еще побегать, да, Дазл подхилил, из-за спеда он выходит, Тинник очень больно, от кулдаунили спилы, нужно кидать одного, нужно станет, отлично делать Тинни, одно, второе. Сеточка, минус форел. Вот и все. Это вот. минус 5 на одного Shadow Demon. Да, это минус 5 на одного Shadow Demon, которого забрали таки под глобалом через всю комбу. То есть стата сработала. Но очень много хп у Аров, очень много хитпоинтов у Аров, плюс сверху ты даешь меку, плюс они все бегают разрозненно. Да, Да, если MVP не попадает своими нюками в пятерых, то они физически вообще никого не убивают. Вот ТХД, смотри, на фонтане у нее припадок случился, она так по кругу идет, тут по кружку ездит, у нее все появилось, пошла. И выиграл... Крипом накрыл, у нее сотрясение, там же Тинник. Не было своих, я пришлось тяжелого крипа пинать. И у нас теперь Arrow захватывает преимущество, потому что их пик силен, и они играют активно, как мужики, просто вот она Нага моей мечты, вот барабанчики, ПТ-шечка, вот он Тинни, который ее закидывает. Я надеюсь, во всех пабах страны таких Тинни не будет, потому что вчера просто. Я, по-моему, если сейчас Тинни выиграет отбор на International, по-моему, сейчас вся Азия начнет играть через Тинни, который со своими бросается вперед, и будут нас набирать там Кентавр, так потом Шейкер. Тускар, да, Усевич еще какой-нибудь закинуть, и пошло. Ну и теперь MVP понимает, что надо сплитпушить, но я скажу так, что Сайленсер, Шторм Спирит — это вообще не самый лучший герой для сплитпуша, учитывая, что Нага вот подходит на центр, дает у нас сон, занимает позиции, Тинни смотрит на Шторма, Шторм на Тинни, Аваланш убивает у нас сразу Шторма. Мгновенно, даже не смог заэскейпить. Марш что-то стоит, и я не понимаю, что он стоит, надо беги, безумец, тут рывается у нас Нага, сеточка Марш, и Марш думает, почему я пикнул Сайленсера, что вообще этот герой делает в этой игре, потому что... Ровным счетом он не делает ничего. Опять Дазл залетает под хил, минус 3. На самом деле разнос. Разнос прям... Я не знаю, что тут надо сделать MVP. Вот задумка с глобалом и врывом Shadow Demon, она идеальна. Типа Shadow Demon 100% минус. Он типа никого засейвить не может. Минус 1 дайкер, таргет для пинка Тинни. Это все круто. Но дальше. А есть еще 4 героя, которые что-то у нас делают. Да, и теперь единственное, наверное, за счет чего у нас могут выиграть MVP, это супер сплитпуш, который попробует и сделать против так, Наги стоп, и Тинни. То есть Нага, Тинни, Дарксир,
Супер сплитпуш от MVP. Надо каким-то образом, да, сплитпушить их пацанов. Так, зацепляют, смотри, Нага может погибнуть. Врывается Нагу, Наги больно, Наги очень больно, Нага падает. И есть плюс 2 интеллекта для сайленсера, стратегия работает. И минус 2 интеллекта у Наги, ты понимаешь, да. Что скоро будет не хватать скоро, на Скоро, да. Нет. Не, еще долго. Еще долго, да, именно Наги. Можно Тини сделать минус интеллект, чтобы он не мог своим кидаться. И вот тогда, я думаю... Ну, купит какой-нибудь став в Визарде. Да, и на самом деле, знаешь, вот, когда ты видишь такого Тини, который кидается своими, ты думаешь, его вообще не трогать, ты просто стоишь на месте и ждешь, пока тебе кинут кого-то, и тогда... И потом, вот в этот момент нужно юзать глобал и пинать этого героя пятером, потому что это лучший расклад. По такому. Да. Да. Напоминаем, ребят, что это гранд-финал International. За 6 миллионов. Это за 6 миллионов долларов, это не папчик, где, не знаю, люди поставляют своих, как знаешь, это у нас бывает. Ты у меня крипа забрал, пошел. Да, пошел туда. И на самом деле, то есть, ну, смотрится довольно зрелищно и прикольно. Как не скажи. Все-таки, когда в тебя прилетает какой-то герой, ты в первую очередь, ты знаешь, вот у тебя есть план на драку, ты думаешь, а что мне сделать? Вот ему дать стан, вот потом этот, а потом бах, тебя прилетает Нага со сном, и ты уже думаешь, а что делать, подходит Тини и накрывает все, врывается у нас сверху на Фуриона, и Фурион уходит Фурион, слишком много сейф ТП, уходит Дарксир, подходит, матч работает, он успел кинуть сюрш на себя, начинают бить Дарксира, поднимают Дарксира, очень больно Дарксира, выходит Винхедрэгон, начинает бить, и как долго его бьют, врывается Тини, есть проказ, бежать, марш! Марш убегает, отлично, Твинхедрэгон закидывает, и нужно гнать. Тини думает, кого бы кинуть, но никого нету и уходит. Все, у меня есть некий вопрос, вот прямо сейчас после этого файта. Это какая-то болезнь шадоу демонов? Ну вот реально, там был Дарксир, да, еле живой, пацан там испытал на себе 7 кругов ада, его там шваркали об стену, поднимали, морозили, типа, и он пытается уйти, там ему вроде как и подхилили, и все. Шадоу демон... прячет Рубика, который раскастовал абсолютно все. Он уже поднял, дал фейтбол там, я не знаю, и ауру уже раздал всем. Он прячет Рубика, который без маны, у которого вообще ничего нет, а Дарксир погибает. У меня такое ощущение, знаешь, что там некоторые люди не знают, что, наверное, своих можно в этот дизрат прятать, и они прячут только чужих, думаю, что это атакующий спел. Ну, потому что... Слип от Наги. Оп, Дарксирчик, щиточек. No comments. Да, все предельно просто. Типа, учитывая, что Нага у нас уже 11 левела, да, слип 2 уровня. Слип у нее побыстрее откулдаунивается. Да и вообще, как мы видим, MVP не особо хотят сражаться, потому что все ТВРа стоят, и Эрл понимает, что нужно наказывать за сплит фарм, поэтому вот так. У нас выходит врыв на центре. Врывается, что он спирит на Тинник, а Тинник уходит с блинкдаггера. Все. И... как бы это смешно не звучало, но Шторм не сделать, еще крипа ему кинул в ответ, типа показывает, что я жестче тебя, круче тебя. Надо забирать вышку, 2900. Не зацепить Тинника вообще никак с блинкдаггером. Он в любой момент просто сделает блинкаут и все. То есть Шторм Спирит, знаешь, так, видишь, что в тебя летит Шторм Спирит, да? Сразу жмешь сон. Он прилетает и все, приехал. А он уснет? Но он как прилетит, он уснет. Он уже наверняка летит куда-то. Вот. Ну, в первый раз точно. А во второй раз он так, знаешь, будет уже разводить, когда у него будет много маны. Он просто будет лететь, нажмут сон, а он полетит дальше и минус сон. По-моему, это уж он спирит и не будет этого момента, если честно. Ну да, потому что пока мы видим то, что 19-я минута, и у шторма один обвилион став. Хотя Арчит, ну нужен этому парню как-никак, чтобы можно было нападать и цеплять. Фурион у нас делает мидаслота. Вот единственный человек, который понимает, что драться вообще нельзя и нужно сплитовать. И он пошел сплитовать вниз. Тут у нас убегает кто-то. Ну и пока все хорошо. Все очень хорошо для ауру. Очень много хп. У Тинника уже 1400. Вообще, сейчас дожидаются Рейден с Наги. Вообще, я вот еще хотел добавить, в чем слабость пика MVP. Никто не пробивает Блэкинг Бар. Если Тинник умеет Блэкинг Бар... он просто нападает на сайленсера и убьет его. А сайленсер вообще ничего не сделает. Посмотри, какой мув. Посмотри, куда они идут. Оп. А что им делать, скажи? Ну вот реально, что им делать? Пенек палит ситуацию, боже ты мой, неужели бежать оттуда, туда, откуда ты вырос, бро. Да, и на стрёме стоять, все, на шухере будет палить контора. Сейчас Тинник запрыгнет, да? Нага, готова влетать? Ой-ой-ой, врывается Дарксир, дает отличную стенку, блестящий вакуум, врывается Нага, Глобал смотрит, говорит, сейчас мы споем, Нага нас нападает. А не надо петь, тут и без пения все очень плохо, если будут петь какую-то панихиду для команды MVP, бегут, Тинник,
Ну, тут понятно, иллюзию закинул на горп, и все в порядке. Гонится за Рубиком, 4 стака, нужно повесить 5-й, вешает 5-й стак Shadow DM, ну и как 330 больно. 330 с руки, понимаешь, это, когда тебе по горбу пол своего хп ровно убивают. Минус 3 в 0. Да, пенек стоял и смотрел, мой одинокий друг. Он только сейчас видел, как погибает вся его команда. Да, и сейчас он умрет от разрыва сердца после такого вида. Время пришло. Да, время пришло, и, по-моему, пришло время Arrow, потому что Arrow сейчас получает огромное преимущество, они получают Аегис для того, чтобы убить этот Тини с Аегисом, им нужно, по-моему, раскастануть у него вообще все, что можно сделать еще... Сделать байбэк, раскастануть еще раз. Да, и тогда что-то получится. Ну и по итоге графики растут с неприличной скоростью, и MVP нету ничего, Сайленсер у нас бегает. Вот Сайленсер единственный, наверное, кто понимает, что надо в этой игре делать. Он действительно пакуется тут как-то. Единственный не понимает, зачем он в этой игре. Он понимает, что надо делать, но зачем? Чем он тут? Нет. Слип? Ай, да, что? Нет глобала, да? Да, нету глобала. У Наги, кстати, есть еще Sacred Relic, подходит у нас движуха. Она решила напасть на развороте, что он спирит улетает, дает прокаст Наги, выходит в спину фейл. Нет, знает. Оп-оп-оп-оп-оп. Поет у нас теперь Руби, говорит, что я пою круче тебя, Нага Сирена, подрубается Дарксир, начинает бить шторма, очень больно шторму, умирает у нас Нага, гонится с Дарксиром, тем временем тут догоняет саппортов, гонит у нас за Джонни, бежать, Дазл, Крест, давай ТП-аут. А что ТП-аут? ТП-аут? Нечем же сбить, лол. Ну ладно, он байтил, подходит к Дарксиру, Дарксира есть стена, Джонни выжил, Дарксир нужно догонять, давай на развороте. У него есть даггер, он может... Давай, за... И не начинает кидать уже противника, да. Их нет. Гонится по тавру, игнорирует вообще все, гонится за драконом, понимаешь, что дракон это то самое, но получает свое лицо, все, получает все. Подожди, что у него есть еще Аегис, значит, сейчас встанет. У него есть Аегис, но команда. У него есть даггер. Команда далеко. И оп, глоба. Эх. На самом деле. Я не. Представь, когда он БКБ купит, что вообще будет? Он, по-моему, забежит драку, и от него 5 героев убегут. 10 секунд. Бегать, да, трудно от него будет, конечно. Там он. Есть кого послать вдогонку, скажем так. Нагу, кстати, вот сейчас убили и прям-таки Радианс обломали, он фактически был там. Да, Радианс обломали, но я теперь думаю, они думают уже далеко не о Наге, а о том, как бы нам убить Тини. Потому что Тини жесткий, нас... Тини 14 уровня, и у нее сейчас будет агоним. Да, я вообще вот смотрю на эти пики, я вот думаю, как вообще они тяжело убивают Шаду Демона, ты видел? Они в него все дали, они его били, а он просто дизрап, подхил и все, и он живой. А мы на него грешили, что ты ТП-аут не делаешь, а он не собирался уходить. Он на развороте вообще. У меня еще 12 хп, какой ТП-аут. Гоуфайт. Гоуфайт, и теперь у нас Шторм хочет. Что, у нас сейчас погибнет, скорее всего, Фурион, нет? Да, Фурион. Сейчас пойдет битвен нового крипа. Фурион в зоне риска, нападает Тини, и Фурион у нас выживает. Чуть-чуть не хватило денег. 52 хп. Да, совсем махонький. Зевс ульт. Зевс ульт. Что он спирит тут бегает с Арчидом, он ищет кого бы ему загангать, но гангать он может кого-то только в своем лесу, потому что все товары стоят, ну, вообще некуда лететь нам в шторму. Он единственное, что может делать, фармить, но он походу этого не понимает, что он может только фармить и больше ничего, и в итоге старается кого-то найти. Вот тысяча труда нашел Ирнуинвиза, это хорошо. У Наги есть Радианс и, боже мой, вот идет на тебя иллюзия с Радиансом, если ты в нее не даешь прокаст, который предназначен для... Героев, то у тебя уже не будет треть лица под этим Радиансом и Тайдрипом. Смотри, вот идут иллюзии, но он что-то их не контролит. Увы и ах, мог бы похарасить, потому не, что... Не, он нормально, он линию крипов забрал. Да, потому что просто нету хп регена, то есть вот нету ни меки, вообще ничего, никакого-то даже своего хп регена, ты просто заводишь иллюзии, один Тайдрип, Сайленсера 1/4 пропала, второй, одна там осталась... Половина, и все. И дальше он просто убежит от тебя. Но Arrow Gaming у нас начинают играть в защитную доту. Тут шторм так вырывается. Цепляет. Отчит на крипа. Отлично! И притянул крипа. Он переживает. Он еще второго крипа притянул, по-моему, если что. Да? Да, он притянул. Разобрался с этим лайном.
Такой Маш Тай смотрит, боже мой. 6 миллионов долларов, и мне с тобой играть на интернешнале отборы. С большой вероятностью. Ему еще не хватило догона и хикса, чтобы он весь пак разобрал крипов просто. Теперь ты играешь на Тайдхантере, говорит он, что там в спирите. А я буду бегать и карать. Ну и мы MVP приняли защитную позицию. Пока они приняли MVP защитную позицию, они просто стараются нафармить хоть какие-то айтемы, в то время как... Я слышал, защитная позиция против Наги — это хреновая позиция. Ну, вообще, там много защитных позиций, да, но учитывая то, что Ori в лейтгейм, наверное, сильнее так раза в три, но не считая глобала, да, где можно там... То есть в Камасутре эта позиция подписана защитная, да, то, что сейчас происходит? Да, именно такая, потому что, ну, как-то отбиваться для MVP хоть надо. Вот у нас всей команды защищает центральный тавер, а Эру дальше продолжают забирать весь тавер. Пуш-потенциал у них слабый. У них Нага меличный герой, который, ну, не так удобно бить тавер, да, против пятерых интовиков. Тини он тоже бьет не так сильно, особенно без Айгиса, поэтому они решили часть своих артефактов пофармить. По-моему, как только будет Тараска, все, можно просто будет иллюзиями вообще все выиграть. Убивать, да? Драться можно, да, можно даже будет не драться. Тактика бесконтактного боя. Там кидаешь иллюзию, на каждого героя, по-моему, иллюзии будет хватать. Там и для сайленсера, и для... У каждого файт со своей иллюзией. Единственное преимущество будет у кого, я не знаю, у Шторм Спирит, он может тикать. Он может тикать, да, он может тикать и сайленс давать, как он дает это крипам. Продолжается у нас защитная игра. Фурион, вот единственный вот респект Фурион, то, что он пакуется в ДПС, потому что вот это и вот то, чего сейчас больше всего не хватает. И Аровы, учитывая, что это третья игра и у них преимущество, они не хотят рисковать. Игру. Да, они хотят рисковать. Если мы посмотрим по крипстату, то посмотри, уже Нага 213, Тини 143, и это очень много. Тут даже интересно, какой у них нетворс. Нагани, кстати, не так много обгоняет фурионов, всего на 2700, но не стоит забывать, что Рейденс появился не так давно. И сейчас скорость фарма будет только увеличиваться, появляются Травелана, сможет фармить да. гораздо больше точек. Да, не стоит забывать то, что несмотря на то, что у нее с фурионом фактически, ну, у нее больше крипстат где-то на 100, то большая часть крипов это лесные крипы, которых убил фурион, за которые дают там где-то в 3 раза больше голды, поэтому... Вот, Фарион у нас еще потихонечку тащит. Графики растут, они подходят кверху. И вот один момент. Вот они подошли кверху, сейчас батят на шторма. И это в целом-то правильно. Но так это очевидно, вот честно, что в центре Фарион, сверху у нас Шторм Спирит. И все, что для этого, вот в этот момент нужно сделать Теру, это просто подойти и пушануть вниз. Да, вот у нас подходит Тини вниз, он пушит, просто забирает тауэр. Это палево то, что сверху происходит вся движуха. Тини забрал тауэр, и я бы на месте MVP вообще сверху убегал. Потому что если сейчас придет Тини и кинет Нагу, то все, минус вся команда, да. Нормально, побайтили, забайтили на вышку на ботами. Ну, на самом деле они попробовали, но просто нужен был кто-то еще снизу, да? Вот 4 героев много. Тебе нужно всегда иметь одного героя в центре, одного героя снизу, чтобы хоть какая-то видимость была, что вы можете быть там снизу, в центре, где угодно. И тогда ты реально вот, ну, 3 лайна захватываешь, ну, на 3 лайнах показываешься, и 2 остальных героя могут сделать движуху. А по итогу, ну, по итогу пока все грустно у MVP. Единственный вот плюс, вот я могу сказать, есть Сайленсер. Вот Сайленсер, если каким-то образом игра пойдет, то он будет просто уничтожаться со своих глейвов. Там, знаешь, там 1000 интеллекта, каждого героя за один удар, у тебя нет маны на стенку. Я тоже считал, это книга фантастики. Я считаю, что Батчер нужен тогда еще под него, чтобы он подносил, и они вдвоем там делили. К сожалению, появиться посреди пика он не может. Да, тебе не интеллект, а тебе силу, давай. Сильный и умный, да, реальный комбо. Еще, по идее, нужен герой, который ловкость будет забирать. Вот это, по-моему, будет самое жесткое. Такого не... Сларк. Ну, Сларк есть, да, но он просто не вечно забирает. Я думаю, вообще навсегда. Было бы прикольно поиграть таким героем в папке. Ну, это жестко, на самом деле. Там просто, знаешь, разгоняешься до бесконечности. И нормально. Ты вообще видел в папчике, когда, вот, знаешь, вот я думаю, сейчас инвокер, он думает о том, тут и сайленсер сейчас думает о том, чтобы ему хотелось иметь вместо глобала, который они не используют, ультимейт мипа, чтобы у него было 5 клонов, чтобы он за один удар воровал по 2 интеллекта в каждого. И это вот тогда была лютая страта. К сожалению, это не обидите, да? Да, потому что, ну вот есть глобал, он не используется вообще никак. То есть Нага, которая вот, она спидпушит всеми, ну, короче, всем. Есть у нас вот ребята, которые в замесе будут сильны. А есть глобал, который фактически... Тини запрыгнул, цепанул сайленсера, да, но, вот судя он, по всему, габелла. Вот он, кэрри сайленсер, который умирает у нас за прокаст Тини. Врывается на Тини, начинает его бить. Тини нажимает БКБ, вакуум отличный по всем, просто все четверо иллюзии разваливают, пытаются улететь ТХД, дракон.
дракон, принимает защитную позу, вот как она выглядит. И Шторм Спирит, Гост, бить не может, добивает. Все же. Да, решил помахаться у нас здесь Шторм Спирит с Тинником. Увы, Тинник будет посильнее его, это минус 4. И я уверен... что это минус страна, но нет, крипы далековато. Тут подходит иллюзия, это, наверное, самое сильное оружие команды VP. Он, кстати, заманивает, он так откинулся ими. Подходит, да. Крипы, минус вышка. Забирает ее Тинни. Тинни 1700. Ну, вот Нага у нас снизу убежала от шторма. И вот сейчас этот арчит на шторме становится бесполезным. Нага просто сделает манту после, да, Тараски, и все. Вот она даже уже делает манту. Кстати, респект. И она делает не терпил айтем, а делает атакующий айтем. А вот смысл ей терпеть здесь? Ну какой? Ее убить и так не могут. Что тут терпеть? Тут он терпит, Тинник. Да, она ну, снимет себя глобал и сайленс шторма. Ну, Рубик с Тинха Драгоном вообще не подойдут туда никуда. И преимущество наращивается с каждым разом. Тинника мы видели, да? Тинник просто убил сайленсера за один запрокаст. Сейчас у него еще появился Яшу. Сейчас он уже наверняка его убьет. И при этом его убило 4 героя, ему было пофиг. Его просто было пофиг, потому что сайленсер, как керри, он не вывозит. Вот многие... Нет, сайленсера не стало. Отлично, его бьют ТХД, Шторм Спирит, Рубик и Фурион. Единственный, кто имеет какой-то ДПС с руки по БКБ, это Фурион. Да. И то, это... Хотя, нафига я его хвалю, у него 130 урона с руки, у Тинника 2600 хп плюс армор. То есть Фуриону надо сделать около 30 или 40 тысяч, чтобы убить в тупую Тинни. Если при том, что Тинни не будет регениться вообще. Да, если Тинни подойдет вблизь, то там Фурион может вообще еще и сам себя слегка помочить за счет пассивки. У нас тут в чате люди пишут, что типа все равно же просвем, да хоть пофанимся, но на самом деле я бы не фанился так, когда у тебя на кону там уже скоро будет 6 плюс миллионов. То есть тут лучше стараться на полную, да? Я думаю, кстати, ребята из MVP это не те ребята, которые фанятся. Да, я думаю, то, что просто сейчас они слишком слабы в драфте, потому что в очередной раз они делают сами для себя такой драфт, что ну реально убивать нечем. Вот, что там про ногу говорил? Про ногу, что ли? Надо. Мне нравится, она собирается. Ты вообще нетерпильная башлинка просто. Терпила. Но, ну ладно. Что поделать. Просто линка в драке сбивается фактически сразу ультимейтом Фуриона. И, ну, не знаю даже про что. Это для Тинни, понимаешь? Ну да, если для Тинни, то нормально. То я согласен, да. Тема лютая. И MVP в очередной раз стараются под смоком напасть наверх. Но Эро подходит к центральному тауру намного раньше. Они сейчас. И они его снесут моментом. Тут фортификейшн, да, нет, Тинни его сбреет просто в секунду. Они... А сейчас делают что, иллюзии Тинни? Они начинают. Да, вот смотри, что-то, понимает. Раньше было прикольно, когда Тинни брал руну иллюзии. Они были такие, знаешь, малыши, как вот на первом левеле Тинни. Смотрелось забавно. Ну и сейчас у нас Тинни заходит на базе. MVP понимает, что они не успели. Тинник, Шторм Спирит, улетает. Врывается у нас. А у него маны нет, абсолютно, куда он влетел? Демона и бах. Байбэк. Глобал закончился. Еще раз на Шадо Демона. Надо добить Шадо Демона. Хорошо, все-таки забрали Шадо Демона за эту комбинацию. Но Шторм не имеет маны. За ним бежит Тинни. У Тинни есть блинк. Нашел Шторма. Шторм улетает. Тут бегает Дарксир. Опять они его всей командой убивают. И отлично. Да, Шторм с байбека добивает Шадо Демона. Отличная комбинация. Врывается Нага. Нага начинает у нас сетировать. Напали на Рубика. Выкидывает у нас Рубик Тинника. Отличная стенка. Тинник закидывает обратно кого-то. Начинается фокус. Тут Дазл. Дазл танкует на все. Нужно кидать крест, кидает на себя крест, танкует, и нужно убивать. Слип. Тинник встает. Пошел стан. Минус Фурион. Сайленсер забирает еще два интеллекта. Умен как никогда просто. Да, очередной у нас байбек от Фуриона. Гоинс, Нага, иллюзии забирают сайленсера. Находит Стинха Дрэгон, но... Ультра килл. И сейчас будет рэмпаж. Но сейчас будет рэмпаж. Да, нужен рэмпаж Тиннику. На, отлично. Рэмпаж делает у нас ДДЗ. Я считаю, нужен второй рэмпаж. Нужно догнать Фуриона, нужно его поднять. Нужно всей командой сюда бежать под фонтан. Нет. И нет. Ай-яй-яй. ДДЗ красава. Ну, ДДЗ этот рэмпаж заслужил. Как ни крути. Я думаю, что это не первый рэмпаж, который он заслужил. Что, поздравляем, наверное, команду Arl с тем, что она является теперь официальным участником, одним из 16 лучших команд, которые поедут на International. Да, я думаю, что это достижение. Надо поздравить, молодцы ребята. Да, Дим, ты давно не напоминал, что
Это турнир за 6 миллионов долларов. И сейчас команды, которые играют за него и будут бороться в итоге. Ну что ж, да, Arrow побеждают 3-1, но я на самом деле ожидал 3-0 вообще, что они выиграют вообще в Салатину, но там MVP что-то Войда показали. Отдали. Да-да-да, Войда отдали, но потом его уже перестали брать. Интересная задумка Arrow с Тинником. Не, Arrow вообще отличная задумка. Я думаю, смотри, люди, знаешь, такой, которые заходят на стрим, говорят, что это за отбитый Тинни, репортим его все, там 20 тысяч своими кидаются в противника. Ну, так обычно и бывает. Так, ну вот смотрите, самый топовый дэмэдж Тинни. Да, в 20 лишним раза перефармил Марша в этом уже. Хотя Сайленсер тут был, ну, я не знаю. А я не знаю, как Сайленсер мог вообще дэмэдж вносить. Я тоже не понял, откуда у меня эти 10 тысяч, если честно. Даже Нага меньше нанесла. Ну, Нага там в лесу фармила крипов в основном. Она-то... Мне понравился момент, когда кинул курсу Сайленсер на Нагу. У Наги еще было на Риптайд, она заканчивалась. Тут Тинни его бросает под Таур вражеский, а у него уже маны нет. Он говорит, братан, что ты делаешь? У меня уже маны нет. Ну, ничего страшного. Не, на самом деле, ну, прикольно. Вот хорошая завершающая игра. Рэмпейджи, там, какие-то... Кэрри Сайленсер, да, вообще, драки, да. 50 фрагов, 30 минут, ну сколько, или там, я даже не заметил. Нет, там вообще все как надо было. Все как надо, вы вспомните, да, себя, Лос, когда вам пихунили на интернете, еще вы сделали, вы пихнули Джиггернаут. Тут то же самое, пацаны грибут, тут полную лопату, вот это, как ты говоришь, защитную позу приняли, и что остается? Да, понимаешь, там хоть какой-то план был, я не знаю, тут просто я вижу, что просто уже миллион кастер, уже 4 кастера, и нужен хоть какой-то урон с руки, хоть что-то, я не знаю, хоть что-то, что, хоть в Райскинг, Траксу! Хоть в Райскинга бери, пусть он хотя бы с руки пинает. Ну, давай Кинга оставим в покое уже, хватит ему усилить. Траксу! Да, но Сайленсер это просто... Человек делает БКБ, и все, твоя игра закончена. Вот, по итогу, как выигрывать? Как-то придумать что-то. Ну ладно, ребята из MVP будут пробовать прорваться в основной турнир уже в Сиэтле. И я думаю, не смогут. То есть, ликвидов, ты думаешь, ликвидов, китайцев и второе место Европы? Я думаю, сейчас европейская квалификация, вот вся поголовно сидят и думают... И думают так вот, боже мой, почему мы в Корею не поехали, там, да, или куда-то я еще? Я уверен, что сейчас... Ты уверен, что после вот этого турнира сразу у нас половина СНГ поедет в Корею? Нет, я уверен, что топ-8 европейской квалификации по итогу играет лучше, чем топ-4, топ-3 азиатской. Ну, я бы сказал так, топ-4, как минимум, они действительно на уровне, если вот не считать North American Rejects, потому что эта команда действительно показала себя хорошо. Arrow нестабильный, как Зефиры мы видим. Зефиры уже съездили в Корею поиграть. Ну и у них это... Ну, на самом деле, они вернулись с деньгами. Вот они сейчас, довольны. Если бы они поехали в Корею поиграть, они вернулись с полными щеками. А нет, я думаю, что действительно после International поедет уже команда такая с какими-то проигроками, которые ничего тут уже не могут сделать в Европе. Давай, что ты так обходишь? Называй имена конкретно. Ваня, давай! Гранд-финал заходит. Как ты считаешь, кто поедет у нас в Корею, когда пройдут у нас европейские отборы? Научит ли НС новым вардам корейцев? Я ничего такого не... Я вообще думаю, какие-нибудь... Не, ну там откуда у Инсейн деньги? ЭВР вообще, поедет. Откуда у них деньги вообще? ЭВР поедет, и топ-1 Корея, Иван, и все. И вы будете видеть их два идея. И будет мне потом Хакон писать, ну чё? И зима не просъел. А я буду сидеть такой, думаю, да, чувак. Надо тебе в Корею поехать теперь. Я предлагаю сделать некий лимит на въезд в Корею. Чтобы... Давайте как-то всем СНГ-командам... Для визовый режим ввести, да. Всем СНГ-командам с топ-5 давайте какую-то возможность раз в год подзаработать. Давайте не будем отдавать это все в одно русло. Кидать жребий, я не знаю, тянуть спичечку. Кто выиграл, тот забирает бабло в Корее. Ну... Ну, я думаю, знаешь, что ты сейчас про это еще 3 месяца, я думаю, уже... Корея будет ездить сюда, чтобы долбить СНГ-коллективы и забирать их бабло. Ну, что-то в Корее... MVP в Корее что-то тяжело. Приехали такие Нави, альянсы не почувствовали вообще. Знаешь, битва четверох. Рокскинс, Витус Про, MVP Феникс и просто MVP приехали, забрали ВП с Роксами. Ну, 3-4 тоже неплохо. Чё, раньше мы же корейцев долбили, а сейчас уже... А MVP первое и второе, да, забрали? Причем сразу комбинация такая. Я понял. В общем, наш стрим на этом заканчивается на сегодня. Завтра начинаются
Китайские отборы на тот самый International. Капельницы с инсулином ставятся прямо к стримеру, подводятся в студию, потому что иногда уж... Отметим, кстати, что все это проходит на лайне у китайские отборы, то есть они сняли там себе огромный отель, у них сегодня день фотосессии, там пресс-день, короче, и они там интервьюшки дают, все у них на уровне, такой мини-интернешнл получается, действительно, по уровню организации, как я понимаю. Так вот, завтра ждем вас у нас на трансляции, по времени скоро будет известно у нас на сайте, но вроде как тоже. Все то же самое, да. Не меняется график, с 7 утра по-прежнему будем стартовать. С 7 утра по Киеву, с 8 утра по Москве, 6 по ЦЭД, мы начинаем трансляцию, 4 дня китайских отборов, а потом, самое интересное, 4 дня европейских отборов. Ну что ж, мы с вами... Наверное, можем попрощаться, да, дорогие для друзья. Для того, чтобы быть в курсе, подписывайтесь на наши твиттеры, MrFucker, Light of Hell Nix и собака Godhand, да. И завтра мы с вами увидимся. До скорых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что были на протяжении всего дня с нами. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.